Певица Светлана Лобода, которая была наставницей на шоу «Голос». Ведь в ночь с 26 на 27 апреля разметила пост с фотографиями участников программы, которые ее подписчики сочли руководством к действию. Запись сделана в инстаграме исполнительницы. Среди размещенных Лободой фотографий нет победительницы конкурса, которой стала дочь Алсу Микела Абрамова. Пользователи сочли, что певица разместила снимки тех ребят, которые заслуживали победу, и поблагодарили ее за это. «Светлана, вся страна ждала ваш пост», — написала Близи28. Ранее сообщалось, что после победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов. Многие пользователи назвали победу Абрамовой позором. Газета «Ру» вела онлайн-трансляцию финала.